Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A12 включить запись экрана. Или же просто сделать запись экрана. Для начала давайте сначала зайдем в настройки, откроем шторку и удержим палец на значке запись экрана. После чего настроим разрешение видео, пускай будет высокое, ориентация дисплея портретная. Хотя давайте лучше переключать в зависимости от ориентации экрана. Аудиоисточник для записи. Нет звука, хотя можем включить звук микрофона. Можем также включить фронтальную камеру. Но это все мы, естественно, опробуем, но не сейчас. Включаем запись экрана. Давайте нажмем «Больше не показывать» и «Принять». Одна секунда вышла. Все. Пошла запись экрана. Поклацали, что-то поделали и нажимаем «Стоп». Давайте теперь попробуем включить микрофон и фронтальную камеру. И еще раз нажмем запись экрана. Давайте еще раз полистаем, зайдем в настройки, может. Зайдем в Wi-Fi и выйдем. Нажимаем «Стоп». Еще раз «Стоп». У нас горело немножко серым, поэтому пришлось нажать два раза. И давайте сейчас проверим наше видео. В первом звука нет. То есть, насколько бы... Да, соглашаемся. Сделаем громче на максимум, но звука нет. Во втором видео уже у нас будет звук, так как мы включили и микрофон, и фронтальную камеру. Как вы можете заметить, звук есть. То есть, и все делается довольно просто. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!